Хорошо, а чем вы объясняете тогда, допустим, то, что в многочисленных телевизионных шоу, где вокалистов отбирают, есть такое и на Первом канале, есть на Втором канале, много таких сейчас форматов, где ищут людей, у которых есть голос, условно говоря. Почему в репертуаре они не используют советскую классику песенную, ну, допустим, там, того же Дунаевского, или другого Дунаевского. Нет, и поют иногда. Ну, реже, чем, казалось бы, должны очень много англоязычного материала. Почему? Это традиция, или это более актуально звучит? У вас есть какое-то объяснение? Нет, объяснения у меня нет, на самом деле. Ну, вы согласны, да, что... Действительно, у нас есть много, и поют на голосе, и поют то, что пел, допустим, Муслим Магомаев. Если голосовые артисты выступают, они поют много из этого репертуара старого, советского. Вот, и очень выигрышно выглядит сразу, очень выигрышно. Так. Потому что, на самом деле, скопировать... Вы знаете, в любом ресторане, в хорошем ресторане, в советском, да и не в советском тоже, всегда существовали и существуют музыканты специальные и певцы, которые гениально, как музыканты говорят, снимают в ноль звезд. И делают это потрясающе. И я пробовал этих музыкантов привести к себе в студию. Потому что мне говорят, как он здорово изображает, не знаю, там, Фрэнка Синатру. Просто один в один. Сын Фрэнка Синатра так не делает это, как делают эти ребята. Там, или, допустим, там, не знаю, не Фрэнка Синатра, а более поздних, там, не знаю, Хьюстон, в конце концов. О, вторая Хьюстон. Там, или кто-то еще. Привожу в студию, и они ничего не могут спеть по-русски. У них только одна есть вот эта музыкальная тенденция – снять. Скопировать, сымитировать. Вот и все. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.